Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же решить данную проблему, с которой вы столкнулись в App Store. Баг App Store, ошибка App Store, вы не можете скачать или обновить приложение, либо же у вас внезапно поменялся на какой-то непонятный для вас язык в App Store, либо же вы просто хотите сменить регион, а у вас это не получается, у вас просто нет этой строки, что дальше после того, как вы нажали «Страна и регион». Решение простое. Зачастую это лечится чем? Вам нужно просто зайти в App Store, выйти с учетной записи, перезагрузить ваш iPhone или iPad, обратно вернуться в App Store, когда включится телефон, ввести ваши данные, и обычно это все уже исправляется после перезагрузки. То есть дальше вы можете полноценно его использовать. Но если эта проблема также осталась перед вами, вы ее не решили, есть способ. Способ каков? То если вы не можете скачать, обновить приложение, либо же не можете сменить страну и регион, первая причина. Вы попали в черный список. Это именно для скачать и обновить приложение. Вторая причина. У вас действует какая-то подписка, либо вам ее нужно отменить, чтобы сменить страну и регион. Но зачастую это бывает именно как раз черный список. Черный список из-за чего? Из-за того, что вы где-то задонатили, купили приложение, там игру, подписку, и вас не сняло часть средств до конца, либо же вообще ничего не сняло, вы из-за этого висите на балансе и в черном списке, из-за этого вас не пропускает App Store, просто автоматически вы не можете ничего купить или обновить. Вот, решение ситуации двумя путями в этом случае. Это вам нужно будет оплатить долг и дальше пользоваться вашей учетной записью, либо же выйти с этой учетной записи, создать новый Apple ID, у вас получится два Apple ID. У вас будет один Apple ID для App Store, другой Apple ID, первый же старый, который был для фото, данных, заметок, файлов и так далее, и так далее. То есть, поняли, да, примерно, как это делается? Но если вам нужно оплатить, и я вам расскажу, как можно оплатить и плюс вернуть эти еще деньги. Как? Вы пишете в техподдержку, такая-то ситуация, не могу понять, что произошло. Вам ответят сразу же, в течение суток, может даже и быстрее. То, что вы там не оплатили, там то-то, то пишите, прошу прощения, извините, это в моем телефоне там пользуется иногда младший брат или сестра, попробуем вернуть там деньги. Они скажут, да, окей, вам просто нужно будет оплатить эту сумму, и потом они вам вернут, вы должны будете им отписаться. Но вы спросите, эй, вроде бы же деньги есть на карте. Но бывает такая штука необычная, с которой я тоже сталкивался, есть деньги на счету, но они не снимаются. Вам нужно будет зайти, если эта карта дебетовая или кредитная карта, вы закреплена за вашей учетной записью на покупке, вам нужно будет зайти на сайт вашего банка, то есть именно на саму карту, интернет-оплата. То есть поднять лимит, дневной лимит, поставьте там 5 или 10 долларов в зависимости от той суммы, которую вы должны. После того, как вы подтвердите этот дневной лимит, нужно подождать 15-20 минут, и оплата автоматически уже, по идее, сама пройдет. После того, как деньги снимутся, вы отписываетесь в техподдержку, то что оплата произведена, и вам деньги же вернут сразу же на карту. Ну как сразу же, в течение 3-5 дней. И все, вот так вот ситуация решается. То есть, еще раз проговорим, чтобы избавиться от бага, не считая черного списка, вы не можете скачать и обновить приложение, непонятный язык появился в App Store, либо же вы не можете сменить страну и регион. Делается как? Правильно. Выйти с App Store с учетной записи, перезагрузить iPhone или iPad, обратно зайти в App Store, ввести ваши данные, и все это дело лечится. Вот и все, просто. А чтобы быть в курсе моих новостей, что нужно сделать? Правильно, подписка, лайк, комментарий, прожать на колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!